В Одессе на взятке поймали начальника управления организации таможенного контроля Александра Дмитриенко. По предварительным данным, вместе с ним задержаны подчиненные, главный государственный инспектор. За 3000 долларов подельники обещали решить вопрос об открытии таможенного склада площадью более 350 квадратных метров. Дмитриенко организовал целую коррупционную схему. Свои услуги оценивал от 2000 долларов. Таможенника задержали во время получения всей суммы взятки.